Медиагруппа «Авангард» представляет. Довольно значимое, потому что они участвуют в работе нашим подзаконным правом актом, ранее участвовали в работе по подготовке, собственно, самого законопроекта. Мы постоянно обсуждали его и с ОНО «Цифровая экономика», и с фондом Сколково. И мы считали, что это агрегированная позиция бизнеса через эти организации. Мы считаем этот опыт полезным, мы планируем дальше его развивать, привлекать коллег, собственно, к подготовке всех правовых актов, которые мы делаем в сфере электронной подписи. Также мы по тематике подготовки документов, которые тоже связаны с электронной подписью, но не являются нормативными правами, мы предполагаем привлечение, видимо, тех же экспертов и, возможно, более широкого круга в рамках нашего экспертного совета, который уже давно был создан, но длительное время не использовался. Но вот сейчас мы его планируем реанимировать. Это, как бы, что называется, вести с полей, да, боль какая-то, вот какая есть у настоящих центров, у экспертов, у правоприменителей. То есть для нас это полезно, чтобы мы не только теоретизировали, но еще и учитывали опыт имеющийся. Сейчас мы проводим подготовку подзаконных правовых актов. Мы в этой работе напрямую привлекаем коллег из бизнеса, вот ОНО «Цифровая экономика» и фонд «Сколково». Но это по тем актам, необходимость принятия которых прямо предусмотрена федеральным законом. Но есть еще ряд сфер, которые тоже вызывают проблемы, но необходимость их принятия законом не предусмотрена. Ну, их тоже можно каким-то образом подрегулировать. Вот для второй части мы будем использовать экспертный совет. Но экспертный совет не предписано, ну и, собственно, участие в согласительных совещаниях тоже не предписано. Но мы для того, чтобы комплексно все это регулировать, с учетом всех интересов, мы, собственно, это делаем. Мы считаем, что должна быть, если критика, то конструктивно, не просто там мы против. Если как бы что-то с чем-то ты не согласен, то предлагаю вариант, потому что просто дискуссию там мы против, мы не готовы.